вечер. Это тот чел, который Панишеру попадался уже. Не понял сейчас, не понял. Не, я из Питера. Ну чё, как там в Питере? Ну, смотрите, будучи являясь анимешником, как бы я сталкиваюсь с предвзятым отношением к себе. И я извиняюсь, вы сам откуда будете, уважаемый? Орегон. Угу. Слушайте, ну, поскольку в списке анимешников вы уже не состоите, я намереваюсь вам задать такой вопрос. Смотрите внимательно. Но только не лево и не право, а... Ага, ага. Смотрите, вы знаете группу Коловрат? Да. Серьезно? Что-то не понял сейчас. Кровь патриотов — хорошая песня. Так, а вы знаете группу The Malina? Нет, я не знаю группу The Malina. Не знаете группу The Malina? Нет. Скажите, суицид или стоицизм? Стоицизм. Чимин или Чонгук? Сложно. Сложно. Я просто БТС как бы весь люблю. Я больше, чем БТС, люблю только БТР. BPM. И это тоже. Но это уже другие аспекты. Да. Окей, следующий вопрос. Не Федов или Мэдисон? Мэдисон. Не Федов. Но это все базовые аспекты. Так вот, я, собственно, к чему задаю эти вопросы? Как я уже сказал, будучи являясь анимешником, со стороны, скажем так, футбольных фанатов, я встречаю разные мнения. Абсолютно. И более того, как у нас в детстве говорили, абсолютно. Абсолютно вот так вот, да. В детстве так все говорили, да. Вы знаете то, что в лесу... Скоро химорсы будут, блядь, да. Химорсы? Да. Да, в лесу живут определенные, скажем так, люди, вот, которые ушли туда после смерти Эдички. Скажите, а вы как относитесь к тому, то, что Эдичка 2 года назад отправился в Вальхаллу? Ну вот, к тому, что он отправился в Вальхаллу, именно, я отношусь положительно. А вот в целом, что он от нас ушел, это, конечно, печально. Ну, у Егора была точно такая же реакция. Знаете, Егор вернулся из тайги и, так сказать, начал... Нет, реакция Егора была такая, что он вслед за Эдичкой решил отправиться. Вслед за Юрием и вслед за Максимом. Ну, Максим — это как бы достаточно базовый аспект, достаточно. Вот. Но опять же, со многими, я бы так сказал, оговорочками. Вот. Поэтому трудно, на самом деле, трудно, знаете ли. Вот. Как говорится, я заказываю такси Uber. Uber. Так. Но на этом такси... Но приезжает Яндекс. Потому что... Абсолютно. Как говорил Анатолий Якубович... Так, как был говорил, такой. Был такой, да. Он много чего говорил. Но прежде всего я желал бы знать, как вы относитесь к Якубовичу. Ну, я считаю, Порошенко лучше был. Порошенко лучше? Да. Угу. Скажите, пожалуйста, аниме вы смотрите? Через оптический прицел только.